В ноябре свой 50-летний юбилей отметил Анастасиевский народный хор казачьей песни. Празднование прошло в сельском доме культуры, где артисты дали большой концерт. Полвека с песней живут и выступают на сцене артисты народного казачьего хора из станицы Анастасиевской. Для каждого члена большого и дружного коллектива песня – это больше, чем творчество. Это сама жизнь. Мы очень все здесь собрались, которые любят песни от всей души. И когда не бывают у нас репетиции по какой-то причине, мы все переживаем и все хотим как можно быстрее собраться и петь песни. Хор «Казачья песня» – один из первых творческих коллективов сельского дома культуры станицы Анастасиевской. Он создан в далеком 1972 году. Несколько лет коллектив существовал как агитбригада. В первом составе станичного хора было 25 человек – труженики местного колхоза. Постепенно коллектив пополнялся новыми талантами из народа. В 1987 году защитил звание народного. И вот уже 50 лет они радуют земляков своим творчеством. В начале творческого пути участники хора пели в академической манере. Со временем стиль исполнения стал народным. Таким напевным, знакомым с детства, невероятно музыкальным и берущим за душу. Мы слышим хор и сегодня. Коллектив исполнил свои лучшие любимые народом песни. За многолетний творческий труд, преданность любимому делу, неоценимый вклад в сохранение и развитие традиционной кубанской культуры и любовь к самобытному песенному творчеству Кубани участникам хора были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».